И снова здравствуйте, всем привет. Давайте в этом ролике именно в плане конспекта настройки посмотрим, как можно настроить для работы, значит, вход в Blender. Итак, вот увидите, что когда у меня загружается Blender, значит, нету здесь куба. Как это дело все убрать и настроить при загрузке, значит, по умолчанию так, как вам надо. Давайте зайдем, значит, в Add, найдем Mesh, найдем, ну, пусть будет куб. И вот теперь, если мы зайдем в настройки, значит, файлы, нажмем Default и вот сохраним Save Started файлы. Вот мы теперь можем сохранить это дело, и при загрузке у нас будет появляться вот такая штука с кубом. Можно со сферой, с любой там, допустим, с любым примитивом. Если нужно вам вернуть, допустим, просто по дефолту, то тут тоже дефолт, load, settings. Нажимаем, и видите, что все вернулось по дефолту. Все, вот она. Куб, камера и так далее. Так, куб я теперь удалю и верну назад, чтобы его не было. Потому что я им не пользуюсь. И постоянно, когда загружается, мне приходится его удалять. Ну, лишнее движение, так сказать, ненужное, да? Так, еще какая есть настройка. Значит так, когда вы наводите вот на какое-нибудь там окошко, меню, у вас выскакивают подсказки на английском языке. Как, значит, сделать, чтобы они были на русском языке? А интерфейс оставался, значит, весь вот этот на английском. Заходим в Edit, находим преференции, находим интерфейс. Вот здесь у меня стоит английский язык. Ставим автоматик. Вот теперь тут на русском высвечивается интерфейс. Убираем, значит, интерфейс, оставляем только подсказки. И теперь, когда мы заходим, нажимаем или наводим на какое-то окошко, то у нас вот сцена фонового набора. Вот уже все тут написано по-русски. Ну, вот такие вот две настройки, которые, возможно, вам пригодятся. Все, всем пока, до свидания.